А кто у меня маг и волшебник? Диверсант. Диверсант никакой. Замедление. Паралич, развеивание. Замедление. Ну хорошо. Наручи ведьмы. А, ага. Ага. Экипироваться. Экипировать. Что у меня из 5 звезд? Талисман щита. Скороходы. Так, у кого там? У нее наручи ведьмы на железный браслет, а ему вместо друг охотника наручи ведьмы. Два генеральских. Ей каталог собирателя, если мы снимем, повесим что-нибудь крутое. Тетразащиту не надо. Пояс скорости. Пояс энергии. Кольцо духов. Быстрое восстановление со статуса. Ну а чё нет? А ее мы вообще отсюда уберем из партии. И парадигму, боевую группу добавим вот так. А, так, а у него снаряжение. Экипировать лента ему. Ну, пусть будет платиновый. Оптимизировать наступление. Наступление, допустим. Парадигмы. Настроить. Настроить. Тоннель нам не надо. Нам надо вот так. Медик, например. Вот так. Так, вот так. Может быть, вот так. Вот так. Не, вот так. Да, блин. Так. Саботер. 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 Вот у него главное, наверное... Саботер. Медик. 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 Так. А потом вот так.
А сюда можно добавить. Он у нас кто? Командор, командор. Равагер, например. Или тоже саботер. Вот так. Ну, попробуем. Вдруг что-нибудь получится. Я не понимаю, почему Google Ассистент как его отключить. Так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Давайте попробуем тащить. Ага. Давайте саботеров тащим. Давайте теперь вот так попробуем. А давайте теперь вот так попробуем. Давайте. Вот так. Щиты. Давайте полечимся. Давайте подлечимся. Лайтнинг. Давайте саботера. А хрена он. Саш, Саша, да? Сопротивление на какую-то маленькую. Давайте вот так. Давайте вот так. Давайте вот так. Давайте вот так. Аэрозоли? Тоже, кстати, вариант. У меня их там ведро. Ведро всевозможных аэрозолей, которыми я не пользуюсь. Давайте снарядим быстренько Сноу, пока не поздно. И снова давайте кактус. Да, я понял. Yeah.
Давайте снова полечим немедленно, потому что эта война сейчас может начаться там, где закончится. Так. Неправильно нажал. Так. Давайте. Ого, как ему заходит. Давайте кактуса домочим. А давайте как-то замочим. Ноль. Ну хорошо. Ноль — это хорошо. Ноль — это тоже кактус. Два ноля. Будем знать, что два ноля. Два ноля. Так, а теперь два ноля. Парадигмон. 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 Боевая группа. Вот так вот. Сплоченность. Так, а где снаряжение? Экипировать. А, у него и так там какое-то говно. А у нее экипировать — это мне не надо. Талисман щита. Скороходы. Кольцо духов. Стоп, а у кого это все? Геневронаручье ведьмы у него. Наручье ведьмы. А он у нас колдун, типа, да? Колдуна на. Мне так кажется. Или может быть даже эмблема мага. Так. Наступление. Скороходы. Так, тогда я смогу повесить. О, два генеральских пояса пропадает. Наручи ведьмы. И наручи ведьмы. Ей. Яйцо роста, наверное, пока ей не нужен. Так, а ему... Ему... Это пофиг, что ему. А ей... Генеральский пояс. Да не надо, наверное. Может, ему вместо скрах, вместо... Что дает барьер? Эмблема на пульснике. Какие-то говнячие. Ну, вот так. Так, и надо взять...
инвен... А, я знаю, где. Так, парадигмы. Так. Так. Не знаю, я, помнится, воевал только так. Потому что у меня... Только менял стоять. Да что ж такое? Так, никаких синтеша. Здесь шиншинели. Шиншинели. Вот так. Да, и вниз. Или вверх. Или вот с этого начать. Вот с этого начну. Да, а потом, да. Вверх, вверх. Нет, не вверх, это вниз. Спешка. Спешка. И вниз. Ля-ля-ля. Хорошо. Вот, например... Ну да, да, я понял, если... Это не только на кактус. Это на всех. Ну вот они колдуют как-то очень стрёмно. Почему сразу шкалу не заполняют? Мы же колдуны, колдуны. Вот на черепаху, например. Сейчас сразу раз. Безобразие это все. Вот. Повесили. То, что может. Шапку ему. Вот. А потом провагера. Даже не надо переключаться. Просто нет стопа ни у кого из этих. Так, последнюю 62-ю надо грубнуть. Сейчас я найду. Еще надо заниматься этими. Ой, только не надо вот два вот. Они втроем вот. Специалисты. Там есть что-нибудь? Нет. А, мне нужна птица. Мне все равно понадобится птица. Сейчас амиссию возьму. Оп. Вот она, по-моему. Да, у меня ж, наверное. Спартак по нолям. Кактус по нолям. Мне надо... Да, наверное, всякие эти... колдунские. Вот это мне нужно. Да, вот это. Хотите принять? Хотите. Что там? Стану настроение портится. Ласового. Птица.
А там, по-моему, и миссия. Ну да. Я так и сделаю. Вот так. Ля-ля-ля. Да, и к тому же кактусу. Надо, мне кажется, ту бабу прокачать, фанк. И тогда будет вон она. На сейфпоинт заскочу. Рактабиджи. Я помню рактабиджи эти. А, есть же еще один. Стоп. Есть же еще один специалист по летанию. Хотя бы сгонять, попробовать его. Что он из себя представляет. Там тоже такой форменный зверь. Где ты что увидела? А вот здесь? Самый злобный в игре. У меня в стиме там фотки его есть. Тоже. Это вот 5 командиров. Это вот Спартака я убил. И он там последний остался. Самый главный. Главнюк. Главняк. Сейф. Сохраним кактуса. И надо девайсы просто прокачивать. Надо Dark Matter. Но там еще стадия есть. Темная материя. 840 тысяч. По льготной цене. Или думать, где достать. А вот и они. И гидазоль. Сейчас мы быстренько. Внезапное наступление не совершилось. Инерционный мы пробили. Погнали. Так вот мы погнали. Так. А, так, ё-моё, ерунда. А я боялся. Мочи его, упыря. Мочи упырей. Так.
неправильно сделал. Наверное, я все-таки неправильно сделал. Сбивает. Ну, вообще неправильно. Первого надо выносить. А, я проверить, может, успею. Так. Вот. И у него появился щит. Вот щит на него... А, он сбрасывает или что? Интересненько. А щиток он сбрасывает. Опа. Случилось непредвиденное. Круто. Весело. Да не то слово. Там уже кто-то... Кто-то уже лежит. Давайте он кого-нибудь поднимем. Бля, не команда. Саботёра. Мочи. Товарищи колдуны колдуются. А иначе будет беда. Какая-то трешня происходит постоянно. Колдуйте, колдуйте. Ну да.
только его еще в стагер надо согнать. Меняются местами. Прикольно сделали. Аквапарк. Я все-таки попробую. Да. Да, я помню, что это золото. Кошмар. Кто-нибудь поднимет этого товарища или нет? Да, это даже жесть. Просто какая-то бредня. Часики остались. Ну, какие 5 звезд? 5 звезд на бах. Нет, нельзя. Только добит. Здесь, я же говорю, это Final Fantasy, здесь надо еще и девайсы прокачивать, и оружие прокачать, и персонажей основных подобрать. То есть не просто так, я прокачал у всех, прокачал, молодец. Но... Хотя бы одну вот так фасно загубить. И вот куда она колотит? Зачем она в туму колотит? Вот тоже сделали так вот они. Типа командир, поэтому колотим туда. Вот что это? Вот, ну, куда она?
пипец просто такой. Ну, я здесь командир, я знаю, что мне делать. Все. Кто-нибудь его поднимет вообще? Мочи. Ну вот, одна есть. А вторая проще парень ее. Это все мелочи жизни пока есть. Ну и не есть. Если я поставлю на лечение, он когда шкалу набивает, он поставит. Он вылечит. Да, оно пропадет сам. Ну, а вторая вообще моментом исчезнет, потому что нет. Теперь только одна цель. Во вторую уже стрелять нечего. Все, это тоже гадает. Нет, хосты. Три звезды. Ну, это потому что... О, еще одни перчатки. Гензи. Я, правда, не знаю, для чего они. Ну, что надо качнуть, чтобы Гензи было. Нет. Да, 10 бомб. 10 бомб вообще отлично. Не, обычно за босса, когда босса убиваешь, там гарантированный приз. Не факт, конечно. Да ты лапу убери. Давай, всех. Всех за фарш. Что начинается? Что начинается? Да, Эгидозоль. Кстати, это получается, что у них есть перчатки, да? На этой рактобиже. Хорошо. Мы бегемота будем заколдовывать? Или не будем? Колдуется. Мы можем заколдовать втроем бегемота одного. Не, надо просто прикинуть. Магический урон, чтобы один был в стопе, двое калашматили хорошенько и все. Ничего там. Ну, на 5 звезд надо будет, вон, бегемота на 5 звезд не могу забить. Кто в партии? Подумать, поменять. Так, я на всякий случай сохраню это безобразие. Сейчас будет интересная сценка.
Ну, фанк, она крутая. Фанк 100% крутая. Так. Край неба, башня УРБ, массив Археополь. Вот сюда. Не факт, что я его буду убивать. Парарара. Пам-па. Пам-па. Да-ра. Здесь специально такая музыка лайтовая. Потому что здесь специалист есть. Ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла, 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 ла-ла. На-на-на, вон они. О, как он ходит как-то тяжко. Так, почему ничего не происходит? Ля-ля. Без этих педалей. Здесь надо вот так обязательно сделать, потому что нет хосты. Воздух, воздух. Вода, воздух. Кто-то разорался там. Не, у меня есть на троих, даже на шестерых у меня есть. Есть. Но он пропадает. Просто перед боссами нет смысла такой девайс устанавливать. Потому что пропадет и будет всю битву болтаться там. Бесполезно. Полторы звезды. Ну да, для начала, да, на самом деле. Аэрохоли. Так, а теперь кто-нибудь мне объяснит, почему эта штука не хочет работать. Здесь надо было восстановить вот 5 этих самых. Всех убил. Ну, кого как. Всех. Проверяем. Так. Ага. О. Ага. Может, не надо. Сюда нажимать мы не можем. Нет. Ля-ля-ля. Может быть, титан. Это титан открывает. К титану сходить, там вот эти 5, он же там тошнило его, рыгало его там, погоду он там менял, может быть, дождя надо кого-то дождаться, пурги.
Руки убрали, лапы. Так, пойдем сходим к товарищу Титану. Оп. Телепортату. Ага. Ну правильно, 62. Ля-ля-ля. Уся. Вон он. Птица, сюда иди. Так. Грибы. Тортила. Бобер. Давно птица ничего адекватного не вытаскивала. Бобер. Так, ну вот. Птица постоит неподалеку. Эй! Мужик! Не хочет. Так, хорошо. А если мы... Куда нажал? Вот сюда нажал. Здесь что-нибудь мигает? Вроде бы ничего не мигает. Почему нельзя с карты вот на карту переключиться, вот на другую, вот посмотреть на других? Напишем, письмо написать. Так. А чё, как бы слиняло окончательно? Ну, все камни. Нет, не хотите. Так. Не. Я сомневаюсь. Это уже зашквар, наверное. 5 звезд всех. Это какое-то сумасшествие будет. Сейчас я попробую. Да ну, это символически уже там. Это ачивка, всех победили и все. Не, вряд ли. Это дичь будет. Не, ну я понимаю, что это финалочка, но это уже... Ну, может быть. Я просто, ну, я
2009 год, уже столько лет прошло, я даже не помню половину, там обрывки какие-то вспоминаю. Я знаю, что он есть. Вот, стоп, пауза. Сейчас его найду. Где Steam? А где, интересно, в Стиме центр, магазин? Через сраку сделано это. Аккаунт. Значки, контент. Ага. Так. Так. Так, а кто тут еще есть у меня? Ваниль, Лайтнинг и Сноу меня с ним воевали. Я по скриншотам посмотрю сейчас своим. А можно тут захват окна? Например. Вот так. Что он захватил? Бесполезный Steam. Конечно, молодцы. Ничего тут не скажешь. Вот. Видно. Вот этот товарищ. Кураса. Кураса, 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 кура, кура. И вот ваниль, лайтнинг, сну. Я его вынес. Такой вот он плохой. Так, бежим к этому товарищу туда наверх. Уже там ползает, мы к нему туда сходим. Мяу. Чек. Угу. Я понял. А, все, да, точно. Все, я въехал. Но, чтобы они появились, надо это самое. Надо, чтобы Титан обновил все локации. А почему Титан не хочет обновить локацию? Гуи, все верно. Они должны стать злее, все вот эти товарищи. Все вот эти вот. Все, что есть на карте, все должно стать злее. Ну
сейчас к Титану схожу, что он мне скажет. Ну, я говорю, я воевал только так. Потому что, ну, нет смысла вот этого телепания. Ты сразу поставил, кастанул на себя там, на всех сразу, залпом. Так, я здесь сохранюсь, чтобы потом за птицей, если что, не бегать назад. Не имеет смысла уже в конце. Там вот это... Ну, почему? Я... Я знаю... Руки убрал от птицы. Это птица тебе, а не груша. Полтора миллиона? Ну да. Так, а здесь у всех, по-моему, уже по полтора, у последних там миллиона. Хотя... Ну, у Ваниль есть маги специальные. Для полуторамиллионных всяких там. Для полуторамиллионных у нас есть специальное весло. Или вот этого последнего надо замочить, и только тогда он открывает. Мужик. Мужик, я к тебе. Вот я. Ну-ка, расскажи нам что-нибудь интересное там. Что за бред? Птица после тех черепах. Ага. Так хорошо. Стоп, тогда я неправильно мыслю. Я почему? Что я не так сделал? Да ладно, на 5 звезд, серьезно. Всех, и Кактуара тоже. У Кактуара даже, наверное, проще, чем... Хотя и Рактабиджу на 5 легко. Это я без гидозолей этих всяких воевал. А эта магия простенькая, ее любой может накидать. Панк, да, самое... Панк. Панки Сноу, хорошо. Ну, Сноу правильно, я его ставлю, когда танк, он танк. А фанк мне прокачать, о, это долгая песня. Я выполнил все охоты. Ну. Все сделано. Так, а зачем я туда выход? Сейф на Чокоба. Я вот не помню, что-то должно произойти. А что? Не помню. Ну, тут на самом деле не надо помнить. Надо бодяться, заниматься своими делами. И
или на 5 звезд всех ушатать. Так, мне на выход. К этому мне не надо, мне надо на выход. Это я на выход или это я на вход? Лежите, не вставайте. Стоп, или я что-то пропустил? Ну не пропустил. 16:32. Не понял. Понял. 48:64. 32. А. 16, 32, 48. Я считать не умею, что ли? Я не умею считать. 16, 32, 48. Я знаю. Так а что качаться? Кристариум полностью прокачан. Абсолютно. Оружие прокачано у троих. Осталось еще у двоих. Выбить два трахезопедрона. И все. Тут особо не заморачиваешься. Сейчас я попробую еще одну идею. Сейчас я через тортилу завалю и посмотрю, что Титан скажет. Ну, у меня есть спринтшот, шузы у меня есть. Троим, ну, чтоб всем. Ну, можно менять. Можно и сделать. Можно и сделать. А, ну вот это другое дело. Ну, есть у меня на троих. Но это не та черепампаха. Сейчас я ее одну грохну. И посмотрю, что мне скажет тот самый Титан. Где дичь? Дичь? Джинджи. А, перчатки. Перчатки товарища. Ну, знаешь, видишь, что-то ж я ж не помнишь. Что-то ж я не помнишь. Не. Так, я хотел... Что сделать? Я хотел парадигму одну поменять. Вот эту. Хорошо, благодарю. Синержист. А потом вот так. Так, отмена. Еще хотел сделать вот так. Настройки. А,
О, автобой. Способность сохранить. Сейчас мы черепашку прикончим. И посмотрим, что он тут скажет. А, ну я нечаянно вчера один дартметр просрал, мне он выпал, а я перезагрузился. Такое бывает. Страшно. У нас еще есть. Они такие же, эти черепашки, как осенние должны быть. Такие разноцветные, очень злые, которые орут. У них такой ор. Вот как точно подмечено. Как точно подмечено. Это новая черепашка. Вот оно в чем дело. Вот оно в чем дело. Как случилось-то, интересно, произошло. Как же это случилось незаметно? Нет, не будет у нее иммунитета. Ага, на ней часики висят. Саш повесил часик. $16 миллионов. Ну, тут все решает магия Дес. Я знаю, что даже заморачиваться не надо. Хорошо, что на ней часы висят. Тут даже можно попробовать действительно вот лапы отбивать. Потому что вот магия Дес ей конкретно... выносит. Часы попали. Бля, правая лапа, ну, правда? Бля!
эта черепашка почему-то не хочет умирать. А почему? Ну это так было задумано. Ты типа раз такой встретил ее и не умер с первого раза. Нет такого. Надо убить, наверное, для начала. Владислав. Так, а у этого магия, да, Дес. У них у всех половина сопротивления. Ну, у него сопротивление. Смысл его калашматить магическим уроном. А, ну, чисто вода, земля, норма. Я понял, таким уроном его можно калашматить. А, ну у него иммунитет. У него нет на физуху, только иммунитет. Редкий талисман битвы. Надо почитать будет. Так, где Тортила? Тортила, иди сюда. Мы с тобой не закончили. Так, а синие, посиневшие черепахи где? Какая ультима? Ой, пошла. Вот случилась такая вот интересная. Мы все легли. Улица мои все лежат. Внезапно. Хотя ультима, по-моему, должна, по-моему, каждый раз половина хп выносить. Да, все закончится. Хорошо, что просто перед битвой пинка по сраку не дала и сказала бы, вот вам, счастливо. Так, Лайтнинг стоит, песня поет. Да, вот это уже веселее. Так, метр на рибон. На рибон. Но она убивает, потому что 99к урона. А я сейчас вот ей после этого накину другой девайс. А вот у нее есть крик. Ультима, по-моему, у этой черепахи. Короче, форменные звери. Черепаха, исчезни. Фокус, покажи нам фокус. А с перчатками будет порядка 150. Но это после стагера. А магию, кстати, можно парировать этими самыми лентой. Ленту я не одел. Сопротивление ко всему. И если с вот этих черепах выбивать дакметр, прокачать ленту до супер рибона. Надо просто
примерно прикинуть, проскинуть мозгами. А как того хмыря? Ну, кактус. А хорошо, на 5 звезд у меня осталось сколько? Тех специалистов и кактус. Ну, не вижу проблемы. Помучиться немножко. Может быть, прокачать фанк. Ну, надо кто-то со стопом. Саш. Почитать, может, у Сажи есть какая-то пушка, которая что-то делает. Но это его битва, 100%. Черепаха, умри, сказала Ваниль. Черепаха, умри. Да, начинать надо с ленты. Когда у меня будет прокачана лента, вернее, вот черепах, потом прокачать все ленты. Иди в сраку, подумала черепаха. Я могу идти на Рактобитву, повторить несколько раз эту войну и взять себе вот эти перчатки. Еще одни. Еще хотя бы одни. У меня будет уже... Что-то на руках. Да, будет супер дамаг. Угу. Интересно. Не хочу погибать, сказала черепампуха. Я назойливая муха, подумала Ваниль. И все, выбил потом еще перчатки. Потом опять пошел на черепаху. Ай, блин, хотел попробовать Ваниль одеть, чтоб она побольше. Призову-ка я. Лайфхак такой. Так. Так. А если вот так попробовать? Если вот так попробовать. Давайте черемпампухи ты. Так. А теперь вот так. Ой, не автодиверсия. А он не должен часы повесить. А если попробовать вот так? Да? Наверное, лучше вот так. Так. Как стабильно вылетает 9К. Я проснулась, сказала картина. Мне кажется, наверное, ее просто сложнее убить. Вот и все дела. Хорошо.
О! Слиток платины, редкий трапецоидер, статусные иммунитеты смерти. Ну это... Все, пойду я, наверное, есть. Порог оглушения 700. Обычный предмет. $16 200 000. А лапа 1 000 000. Правда, смысла я в этом мало вижу. Да, ёпта. Трожь земли. КГВП. Yep.
Я не знаю. Я не обращал внимания, если честно. Я знаю, что сейчас вот так надо делать. Ну, никто ж не рассчитывал тут войну честную устраивать. Два каста подряд. Ясно, все. ДВП не хочу. Это надо, короче, и магические какие-то тряпки, и... Не знаю. Ваниль. Ваниль тут... Хрен его знает. Ладно, подумаем. Надо подумать. Сначала надо, короче, с кактусами разобраться. С кактусятами. Все, конец стрима ГГВП.